Всех приветствую на канале Миху. На стримах пару раз мне задавали вопрос, продолжали я играть в Kingdom Under Fire 2. Я сказал, что да, продолжаю делать делики и жду, когда игра станет лучше, когда исправят основные проблемы, решат их и, соответственно, можно будет приятнее играть, потому что мне действительно нравится эта игра. Но, походу, разработчики иного пытаются выгнать игроков, потому что то, что случилось вчера и позавчера, по-другому объяснить и нельзя. А вчера произошло следующее. Первый раз наказали тех, кто, по мнению разработчиков и локализаторов, заливал или заливался на арене и, соответственно, из-за этого получали более высокие места. То есть те, кто, по их мнению, по мнению их системы, об этом расскажу чуть попозже, заливались, им сняли абсолютно весь рейтинг, и они получили награду только за количество побед, которые получили за предыдущий сезон. И, соответственно, те, кто были в рейтинге пониже, например, я стоял 15-17, потому что я забил на арену, в итоге я получил награду за топ-10, то есть меня перекинуло, я не знаю, на 5, на 7, на 10 позиций вверх. Кто-то стоял, например, топ-10 и получил там топ-1 награду. В общем, сейчас очень много по этому поводу споров, давайте разберемся. Сразу скажу, что я поддерживаю проект, мне он очень нравится, мне нравится эта игра, как она, точнее, не реализована, а как она в перспективе может быть, но, к сожалению, как раз реализация хромает. Я постоянно пишу свои идеи комьюнити-менеджеру, и часть из этих идей разработчики будут использовать, и, в принципе, они более-менее адекватные. Но то, что сейчас делают, я, честно говоря, не понимаю, зачем. Вчера, после того, как игроки не получили награду за свой заслуженный топ, они написали в саппорт, и им ответили одинаковым примерно текстом, что вы злостный нарушитель, вы участвовали в договорных боях, и, соответственно, вы были замечены в этой самой заливке еще с тремя другими людьми, причем практически в каждом нарушении было указано еще три человека. То есть получается, что всех четверых забанили, и, конечно, эти ники не всегда повторялись, было очень много ников, и, можно сказать, если не считая меня, наверное, из первой двадцатки забанили, наверное, человек 15, мне кажется. И эта ситуация только, наверное, на втором сервере LAN. На первом, говорят, люди, которые не стояли в топ-100 или даже не попали в топ-100, они в итоге попали в топ-50. То есть можно сказать, что те, кто активно участвовали на арене, получили это самое наказание, этот самый штраф. В прошлом сезоне я жаловался на наших двух топов. Это Тигр и Сквозняк, потому что они набирали в день по 200-250 очков. Те, кто играет на арене активно, понимают, что набрать такое количество очков 2-3 недели назад было практически невозможно без заливки, потому что вы просто, ну, вряд ли, либо вам должно было дико вести, и вы попадали все время в сильных командах против слабой, либо, соответственно, вам заливали, потому что соло было выиграть невозможно, и не зря, допустим, тому же самому Тигру, который стал топ-1, ему списали до этого 500 очков, и он эти 500 очков буквально за 2 дня снова отбил. Это было действительно очень заметно, и, скорее всего, его должны были забанить, но его не наказали. Проходит 2-3 недели, и после того, как завершился ивент с паладинами, соответственно, халявными 5-звездочными героическими значками, у многих этих игроков уже появились 4- и даже 5-звездочные отряды, и теперь, если, допустим, человек скажет, что он побеждает соло четверых, я даже, может быть, поверю, потому что тех же самых бронированных пехотинцев соло убить, ну, практически невозможно. То есть нужно, чтобы было 2 или 3 заливки, которые их постоянно убивают. Плюс конница сейчас стала популярной. В общем, отряды настолько стали сильными, что, ну, просто нет никакого смысла, допустим, тебе сливать, потому что ты и так силен. Плюс, если раньше, например, победы были хоть какие-то политические, то есть клан воевал против клана, то сейчас осталось довольно мало игроков, мне кажется, кланы остыли, и теперь конкуренция идет внутри клана, поэтому друг другу заливать, ну, просто нет никакого смысла вообще. Но в заливке обвинили не только сильных игроков, но также и слабых игроков, твинков и просто АФКшеров. Ладно, возьмем, отбросим твинков. Здесь на самом деле сложно доказать, и это твинк или нет. АФКшеры, большинство АФКшеров на каждом сервере знают, и, соответственно, они просто стоят и ничего не делают, но сказать, что это заливка, тоже очень спорно. Тем более многие, допустим, не АФКшат, а просто играют слабо. Вот есть игроки, которые забанены, но я лично против них играл, я лично с ними играл, и я знаю, что у этих людей нет хороших отрядов. Ну просто нет отрядов. Они стараются, бегают героем, мешают, но они не могут набрать достаточное количество очков. Они не могут внести какого-то импакта, и, соответственно, они, по большому счету, на арене бесполезны. Но чтобы сказать, что они АФКшат, нет, я это сказать не могу.
В итоге какая-то система, именно с помощью системы или алгоритма, было вычислено, что многие топовые игроки, которые действительно активно участвовали на арене, фармили каждый день необходимое количество монет арены, потому что их все-таки надо нафармить аж 40 штук, а это около 2 часов в день, это только если вы учитываете только победы, даже не учитываем еще поражения, они... получили свой штраф, их лишили сапфиров, и Нова прямым текстом говорит: ладно, ребят, вы тут фармите, но вам не нужны, валите с этой игры. Я по-другому, например, это перевести не могу. Как я уже сказал, игрокам в принципе довольно тяжело набивать 40 монет в день. Вместо того, чтобы увеличить количество монет арены, которые вы получаете за бой, там, до 10, чтобы... Вообще, на самом деле, в идеале на арену любой игрок должен сходить 2, 3, максимум 4 раза и нафармить свой лимит ежедневный, потому что это считается нормой. Все-таки в игре очень много деликов, а все остальное идет только как бы ради рейтинга. То есть вы нафармили лимит, и, соответственно, меньше будет АФКшеров, потому что многие, например, заходят: так, ну что, посмотрю сериальчик, зайду-ка я, постою АФК, нафармлю монетку и, соответственно, выйду. Если бы эти АФКшеры выбивали свои монеты за, допустим, 3-4 битвы, они бы быстрее уходили, оставалось бы больше нормальных игроков. Но нет, вместо того, чтобы решать проблемы с ареной, с ежедневными монетами арены, и новые разработчики решили лишиться игроков. Вот действительно, по-другому я назвать это не могу. Или возьмем другой вариант, где я, например, попадаю в команду, и я заранее знаю, что я выиграю, или заранее знаю, что проиграю, и... Не бывает практически третьего варианта. То есть потей, не потей, ты все равно, допустим, проиграешь. Или наоборот, хоть что угодно ты сделай, но все равно ты выиграешь. И поэтому, например, я предпочитаю стоять просто АФК. То есть дать возможность соперникам побыстрее меня победить, потому что ливнуть с арены я не могу. Смысл, например, мне ливать при подборе тоже нет, потому что я гарантированно теряю очки. И, соответственно, я просто стою АФК, жду, когда меня за 10 минут пропушат, потому что 10 минут — это намного меньше, чем 20 минут. Недавно я предложил свою идею решения проблемы с ареной хранителей. Это выдавать сезонные отряды, то есть разработчики или локализаторы, соответственно, кто у них там за это будет отвечать, они будут выдавать определенный набор отрядов каждому игроку, то есть у всех игроков будут одинаковые отряды. Это касается именно только арены хранителей. Соответственно, на арене будет решать скилл и тактическое мышление, то есть что в этот момент использовать, какой отряд вызвать, и, соответственно, это будет, наверное, одно из самых нормальных решений. Также можно еще сделать решение, где вы теряете отряд, вы его не можете воскресить. Ну, в общем, решений много, но наказывать активных игроков — это банально их просто пинком под зад и валите в другую игру. Вообще у игры проблемы появились очень давно. Для начала полугодичное ЗБТ, когда 70% игроков, я не побоюсь этого количества, просто забили на игру. И когда игра выходила в ОБТ, даже эти игроки, которые имели набор раннего доступа или просто хотели поиграть в эту игру, они не узнали об этой игре, потому что Innova не провела никакой рекламной кампании. И многие игроки до сих пор спрашивают: а когда начнется ОБТ? То есть они даже не знают, что ЗБТ закончилось. Ну хрен с ним. Самые отбитые игроки продолжают играть в эту игру, они ждут какого-то чуда, когда игра станет хорошая, но не тут-то было. Новый рейдж на 16 человек оказывается обычным дюпом, багом, где вы можете клепать себе значки героические 5 ранга или 4 ранга, и, соответственно, после там нескольких палев не самых прошаренных людей, соответственно, этот рейд закрывается на доработку, хотя есть уже подобные случаи в Revelation, и можно сделать как там. Причем тех, кто занимался дюпом, обузил и просто нарушал правила, их никак прилюдно не наказывают, по крайней мере, я этого не видел. И, соответственно, часть игроков, которые не занималась этим и недовольны, они тоже уходят с игры. Еще лишается части игроков. Теперь остается что? Остается арена. В принципе, это единственное развлечение на самом деле на данный момент. Если вы успеваете, конечно, сделать делики. И тут провал. Банят всех, кто активно участвует на арене. И зачем вообще находиться теперь в игре? Рейда на 16 нет. Хотя я, допустим, могу предложить решение, даже не меняя систему, я могу просто предложить решение, как все это исправить. Соответственно, арены тоже нет, потому что нет смысла в нее ходить. Ты ходишь активно, тебя банят. Ты не ходишь, ты ничего не получаешь. Так смысл вообще? Делики настолько долгие по времени, хотя их можно переработать из ежедневных хотя бы в еженедельные. Плюс еще тебе надо рейды отходить. В общем,
ты заходишь и просто не получаешь удовольствия. И я не удивлюсь реально, если игра именно действительно закроется и здесь без какого-либо преувеличения. Вывод из всего этого можно сделать такой же, как и с Блес. Разработчики работают очень медленно. Они делают то, что не надо делать, и там, где нужно бы что-то исправить, они там вообще не чешутся. Видимо, считают, что все нормально. Поэтому, если вы хотели играть в эту игру, я советую вам подождать, просто не тратить время. На данный момент игра настолько убита, что надо ждать ее возврата. Вы просто разочаруетесь, то есть вы дойдете до капа, вы начнете играть, и вам она понравится, поверьте, она очень-очень интересная в плане PvP, в плане там PvE сражений, но поскольку развития у игры не будет, вы еще больше разочаруетесь. Поэтому я лично советую вам следить за ней, но не играть, хотя мне она самому очень нравится. Я, конечно, понимаю, что большинство скажут, да я и так понимал, что эта игра мертвая, но те, кто все-таки играет до сих пор еще в клуб, посмотрят видео, хотел бы услышать от вас, увидеть комментарии, как можно бы исправить вообще ситуацию на арене, какие бы вы изменения внесли, потому что наверняка локализаторы прочитают, и может быть что-то будет интересное, и все-таки действительно хочется, чтобы игра себя реализовала, она мне очень симпатична. Но в любом случае, наверное, на этом все, спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если понравилось, подпишитесь на канал. Всем пока!